доверие. Огромное вам спасибо. Мы участвуем в полуфинале Кубка Украины. Играем сегодня с одним из сильнейших клубов Европы. Но Севастополь готовит боевую славу. В эти дни 69-й годовщина освобождения Севастополя от немецких фашистских захватчиков. И завтра мы будем праздновать 68-й годовщину победы. Мы не позвонили на город, а сыграем настольно. Очень это атмосферы, которая сегодня царила на этом стадионе, публика, которая поддерживала хозяев. Чемпионат Украины, наверное, чемпионат Украины нуждается в таком городе, где так болеют. Наверное, это все-таки наша заслуга в том, что мы хотели очень сегодня сыграть достойно, забить, не пропустить, выиграть матч. Почему нет? Ничего невозможного нет. С любым соперником нужно бороться, отдавать все силы и играть на результат, играть на победу.